сектор метания копья. Представляем участников мужского финала. Attention, presentation of the javelin throw participants. Под номером 48 Александр Харитонов, Россия. Number 48, Russia. Виктор Гончаров, номер 29, Россия. Number 29, Russia. Игорь Сухомлинов, 126, Россия. Number 26, Russia. Алексей Товарнов, 135 номер, Россия. Владимир Козлов, номер 54, Беларусь. Номер 54, Беларусь. Номер 38, Валерий Иордан, Россия. Номер 38, Россия. Иван Зайцев, номер 150, Узбекистан. Номер 150, Узбекистан. Айнар Ковалс, номер 64, Латвия. Номер 64, Латвия. В Беларуси повторяет свое личное достижение. Это выше олимпийского норматива, и после первого забега она первой напрямую обеспечивает себе место в основном главном. Продолжается соревнование в метании копья. Иван Зайцев выполняет свой второй бросок, и снаряд свистит в воздухе. Замечательная попытка, под 85 метров улетает копье. Александра Антонова, Россия. Russia. На четвертой. Эльбор. Татьяна Дегтярева, Россия. Russia. Пятая дорожка. Эльбор. Ольга Александрова. Самого выигрывает забег. 12.84 на табло. Вот так, уже с забегом. Наши девчата выполняют олимпийский норматив. Ольга Самойлова из Ирина Высоконина. Представляем участников финальных соревнований у женщин. Now it's time for a short put. Номер 117. Дорогие друзья, девушки готовы вступить в боевую толкание ядра. В этом сезоне лучший показатель у Алисы Свиридовой. 19 метров 72 сантиметра. Также за 19 Ирины Тарасовой. Здесь очень хороший состав второго финального забега, где будет стартовать Владимир Францов, уже дебавший в этом сезоне 45-68 соток против Дональда Стэнфорда из Израиля. 45-76 соток секунды. Иван Зайцев, Узбекистан, копье.